Раньше, когда мы принимали материал А1 и щебень С1, мы общий объем материала записывали в книгу учета. Но при перевахтовке мастеров это было очень сложно посчитать общий объем. После этого мы сделали вот такую таблицу, куда записывается каждодневный объем материала, который был завезен на накопители, и он автоматически подсчитывается. Тем самым мы знаем объем материала, завезенный в настоящее время. Лин делает работу легкой.